Попробуем нагреть алюминиевую проволоку. Известно, что алюминий плавится при 660 градусах Цельсия. Но на поверхности алюминия всегда присутствует оксидная пленка, температура плавления которой 2055 градусов Цельсия. Проволока размягчается. Металл превращается в жидкость. Продолжаем нагревать проволоку еще несколько минут. Расплавленный алюминий не теряет форму проволоки. Плотная пленка оксида алюминия удерживает жидкий металл. Оксид алюминия ⁇ тугоплавкое вещество.